В новогоднюю ночь у нас родилось 18 маленьких одесситов. Из них 12 мальчиков, 6 девочек. Это очень приятно. В пятом роддоме родился у нас первый мальчик, Андрей. И сегодня, послужившейся традиции, я здесь, чтобы поздравить. Пополнили нашу Одессу, если так можно сказать, еще прекрасными будущими одесситами. Это очень радует, наполняет какие-то такие теплые чувства. Хорошая традиция, мы ее будем, конечно же, продолжать. Также посмотрели на ситуацию, какая сегодня в пятом роддоме. Много сделано, много делается. Ну и, конечно, много задач сегодня стоят перед тем, перед нами, чтобы выполнить. Есть время, выдвигает новые вызовы и требования. Есть хорошие задумки. Есть хорошие задумки у главврача о том, чтобы мы здесь продолжали проводить ремонт, ремонтные работы. Администрация родильного дома, главный врач, равно тем, чтобы у нас появилось здесь отделение, послеродовое отделение, где до месяца, если это понадобится, мама будет находиться с детьми, оборудуется, я посмотрел, качественный ремонт с кухонькой, с такими, с двухкомнатные номера, которые смогут, если в случае необходимости, находиться в комфортных условиях мамы с детками. Хочу сказать, что за 2021 год по городу Одессе прошло 10 112 родов. Это очень хороший показатель. И обычно прошлые годы в Одессе рождалось до 10 тысяч. А в этом году мы перешагнули за 10 тысяч. Это очень хороший показатель. И хочется всем сказать мамам огромное спасибо. Мамам, папам, которые или планируют, или уже родили. И поздравить всех с Новым годом. И отдельно хочу сказать спасибо всем медицинским работникам. Огромное спасибо и с Новым годом!